Кубок Стэнли. Виннипег дома обыграл Вегас. Вашему вниманию результаты матчей Кубка Стэнли за субботу, 12 мая. Виннипег, Вегас, 4-2, 3-1, 1-1, 0-0. Счет в серии 1-0. Шайбы. 1-0, 1 Бафлин, Уиллер, Шейфли, 2-0, 6 Лэни, Штясны, Уиллер, 3-0, 7 Армия, Чьера, 3-1, 8 Макнепт, Смит, Маршеса, 4-1, 29 Шейфли, Уиллер, Бафлин, 4-2, 35 Карлсон, Теодор, Маршеса. Смотрите также все результаты Кубка Стэнли. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.